совместно мы работали и с Госкомтуризмом. Спасибо большое. Взаимно. Спасибо, благодарю вас. В указанный период все музеи работают в штатном режиме. Но вы понимаете, что это время отпусков, но тем не менее, вот именно в это время у нас ведущие музеи и другие музеи, они будут работать. У нас запланировано всего 47 мероприятий по музеям. Это по музеям Госмузея визуального искусства, по Национальному музею, по историко-архитектурному и художественному музеям Табарин, Казанский Кремль в том числе. Из них, значит, это 18 у нас получается постоянных экспозиций и 11 выставок и 18 мероприятий. Государственный историко-архитектурный и художественный музей Западник Казанский Кремль представит экспозиции на следующих площадках. Музей естественной истории, музей государственности Татарстана, музей исламской культуры, музей истории Благовещенского собора, а также выставки центра Эрмитаж Казань, музей Пушечного двора, выставки в зале Манеж и территории бывшего Спасо-Преображенского монастыря. С 30 июня и по 1 июля в течение двух дней на территории Казанского Кремля также будет организован фестиваль The Kremlin Confederation of Art, где выступят вокальные, хоровые, хореографические коллективы, оркестр пианистов, молодежный симфонический оркестр Фонда поддержки развития смоленского искусства. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».